мы на канале «Готовим дома». Сейчас я хочу приготовить вкусный пирог на сметане. Для теста я разбила 2 яйца, добавляю стакан сахара сюда. Перемешиваю. Добавляю сюда сметану, стакан сметаны. Перемешиваю. Добавляю сюда щепотку соли . Добавляю сюда стакан муки . И добавляю половину чайной ложки соды . И все перемешиваю . Вот такой густоты получается тесто. Сейчас я буду тесто перекладывать в форму для запекания. Сверху можно посыпать сахаром, кунжутом, маком. Я посыплю немного сахаром для образования такой сладкой корочки. Буду выпекать пирог в духовке при температуре 180 градусов около 30-40 минут. Ставлю пирог в нагретую духовку.